Конференция знатоков денег в Херсонесе уже стала традиционной. Здесь ведущие нумизматы собираются неспроста. Ежегодно во время раскопок археологи находят десятки и сотни монет древнего города. Некоторые из них были сделаны во втором и третьем веках до нашей эры. Денежное обращение – это такая вот отрасль человеческой культуры, которая влияла и влияет всегда на все стороны человеческой жизни. Это очень полезный форум, поскольку вводится в оборот большое количество нового материала. И вообще я считаю, что это большое такое культурное событие. На этой конференции обещают рассказать о редких находках из Херсонеса и представить несколько новых типов античных монет. Правда, увидеть их любители нумизматы смогут не скоро. От момента раскопок до того, как ценный экземпляр будет выставлен в музее, может пройти не один год. Тем не менее, роль таких встреч неоценима, говорят ученые. Приезд сюда всегда для нас большая удача. Только вживую увидеть те новые материалы, которые находят археологи, изучить их. И они действительно иногда просто уникальные находки, которые переворачивают иногда представление о сложившиеся в науке о каких-то процессах. По словам организаторов, к симпозиуму готовились больше года. В нем планировали участвовать 30 ведущих нумизматов из Польши, Украины и России. Ситуация такая сложная сейчас, что все понимаем, что не все смогли принять участие, но тем не менее в виде опубликованных тезисов многие участники здесь присутствуют. Ну а реально людей, конечно, намного меньше, и будем говорить, что сейчас у нас это специалисты Херсонесского заповедника представлены здесь, это крымские специалисты нумизматы и российские, это Москва и Санкт-Петербург. Симпозиум продлится 3 дня. Его участники намерены внести свой вклад в историю денег. Елена Антонова, Дмитрий Фомин, Севинформбюро.